Сегодня на Новодевичьем кладбище могилы Егора Гайдара собрались его родные, друзья и знаменитые единомышленники. Со дня смерти автора шоковой терапии прошел ровно год. Во время траурной церемонии открыли надгробный памятник, книгу с разлетающимися страницами, на которых изображен крест, символ веры и тяжелой ноши. Идея такого мемориала принадлежит детям Гайдара, Марии и Петру, а также его ближайшим друзьям. По прошествии года мы, его самые близкие друзья, только начинаем по-настоящему понимать, что такое Гайдар в истории России. И потому, что было сделано Егором при жизни, и потому, как его работа продолжает хранить страну. Я убежден в том, что страна еще поймет по-настоящему, что такое Гайдар в ее истории, что такое Гайдар в ее будущем. Среди собравшихся были действующие члены российского правительства, признавшиеся, что многому научились у Гайдара и многим ему обязаны.